Все наше общество, международное общество сознания Кришны, это поклонение Шримати Радхарани. Понимаете, да? Стих, главный стих, вокруг чего крутится вся наша садхана, все наше поклонение. Какой этот стих? Ани абилашта шуньям, яна карма дянавритам, анукулиена Кришна нушиланам бхакти руттамам. Это знаете про кого? Это про Шримати Радхарани. Это философское объяснение ее красоты, ее деятельности, да, ее лил. Вот это вот все в этом тексте находится. И идеал на всех лекциях по Шримад Бхагаватам, читании Чаритамрити, Бхагавадгиты, куда призывают нас лектора? Они призывают к чистому преданному служению, то есть к Шримати Радхарани.